еще? Кажется, мы отбились. Их больше нет? Ты, кажется, разочарована. Скорее не могу поверить. Проверим. Слушай. Всех перебили? Всех перебили. Я же говорил. Ладно. Пойдем обратно. Может, олень еще цел? Надо сказать, ты неплохо стреляешь. Фу. Мы с тобой хорошо сработались. Нам повезло. Повезло? Нет, нет. Я не верю в удачу. Я считаю, никаких случайностей не бывает. Ну-ну. Правда? Я тебе докажу. Так вот, эта зима выдалась очень суровой. Не так давно я отправил своих людей ближний город искать еду. Вернулись немногие. Они сказали, что там на них напал один психопат. И представь себе, с этим психопатом была девочка. Видишь, случайностей не бывает. Успокойся. Ты ни при чем. Ты ребенок. Джеймс, убери пушку. Ну нет, Дэвид. Нет, черта с два. Убери пушку. Дай ей лекарство. Остальные не одобрят. Это уже моя забота. Отойди, козел. Ты не выживешь одна. Я хочу помочь. Обойдусь. Валим отсюда. Пошла. Идем. Джоэл? Еды принесла немного, зато добыла вот что. Так, руку. Вот так. Прости. Ничего. Уже все. Ты поправишься.
Черт! Выследили! Я уведу их отсюда, а потом вернусь. Она тут. Я поймал ее! Идите сюда! Что застыли? Стреляйте! Но Дэвид сказал... Нахер Дэвида! Но! Стреляйте! Пошел! Что это ее работа. Да пошел он этот Дэвид. Я рисковать не буду. Скорее бы домой, вся задница отмерзла. Заглянем в дом. Ну-ка, гляньте в хибарь. Малявка! Thank you.
сбоку! Не дайте ей уйти. Я иду туда. Так. Глянь там. И куда теперь? Не делись. Ну, давай, выходи. Прижми ее!
все, Элли. Только не упасть в воду. Не упасть. О, черт. Штука загородила дорогу. Вот так. Черт. Не сюда. Как же отсюда выбраться? Мне в другую сторону. Джоэл, держись. Я тебя найду. Говнюк. Куда она провалилась? Спускаемся. Ты проверь вон там. Где эта лохая сволочь? Вот черт! Подонок. Thank you.
Да. Как отсюда выбраться? Я не хочу здесь застрять. Где же выход? Подонок. Я тебя убью, дрянь! Где же выход? Домик!
Распределитесь. Черт! Говнюк! Малявка тут! Да. Выход. О тебе забочусь. Вот так. Вот так. Как самочувствие? Супер. Вот. Поешь. Ты голодная? Давно тут лежишь? Что это? Оленина. Пополам с человечиной? Нет. Нет, честное слово, это олень. Ты просто животное. Ты легко судишь других. Как будто вы с другом никогда не убивали. А что нам оставалось? Ну а нам что остается? Скажи. Убиваем, чтобы выжить. Как и все. Заботимся о своих. Тут любые средства хороши. Что теперь? Разрубите меня на кусочки? Не хотелось бы. Как тебя зовут? Врёшь, как дышишь. Напротив. Я с тобой откровенен. Теперь твой черед. Иначе я не смогу убедить остальных. Убедить в чем? Что ты нормальная. Храбрая. Верная. Особенная. О. Ясно. Черт. Глупая девчонка. Я пытаюсь спасти тебе жизнь, а ты мешаешь. Что теперь сказать остальным? Элли. Что? Скажи им. Девочка Элли сломала твой сраный палец. Как ты говоришь, а? На кусочки? До завтра, Элли.
Элли. Элли. Где же ты? Куда она убежала? Черт! Где она? Так или иначе ты мне скажешь! Тебе конец!
Попался, гад! Кончай его! Держи его! Черт! Сука! Пойдешь со мной. Пусти! Я тебя урою! Что тебе нужно? Ты за что? Отдохни. Так. Девочка, она жива? Девочка? Какая еще девочка? Сука! Смотри сюда, сюда. Я тебе сейчас колено вышибу. Девочка. Она жива. Дэвиду приглянулась. Где она? В городе. В городе. Поставь метку на карте. И не дай бог твой дружок отметит другое место. Метку. Она там. Можешь проверить. Спроси его. Давай. Он скажет. Я не вру. Не вру. Ты охренел? Он все тебе сказал. Я буду молчать. Ну, молчи. Я ему верю. Стой! Стой! Доброе утро. Вставай. Пусти! Ну, хватит! Прекрати. Я говорил? Я заражена! Заражена! Да ну! И ты тоже. Не веришь? Задери рукав. Ну, смотри. Ну, ладно. Как говоришь, случайностей не бывает. Что это такое? Разводка. Она бы уже превратилась. Не похоже на разводку. Ну все.